Позывной мой профессор. Обусловлен он тем, что, ну, есть у меня привычка по жизни учиться. Поэтому у меня дома собрана большая коллекция дипломов, различных сертификатов. Ну, нравится мне учиться. Ну, с этого я стал профессором. Пошел я в третью волну 22 августа 2014 года. В первую же ночь у нас была боевая тревога. Конечно, да, для человека, который два дня назад был гражданским и приезжает, не понимая, что происходит, сразу боевая тревога. Только заходит солнышко, начинается ночь. У нас ни блиндажей готовых, ничего еще не было. Бегали, ховались. Ну, да, изначально паника, конечно. Ну, воздух — это Крым, конечно. Дело в том, что в середине февраля я был в Ялте. Тогда я, ну, как, понимала, что что-то не то происходит. Ну, как-то мозги не хотели воспринимать, что может быть война, что может, ну, такое быть все. Да, видно было по Ялте. На тот момент эти люди были тетушками, потом они стали зелеными человечками. Видно было. Рубки какие-то ходили непонятные, по 3-4 человека, по набережной. Люди ходят, ну, видно, что не местные, плохо одетые, и так вот только, как шакалье, вот, ходит, выглядывает, на людей заглядывается. Ну, повернутый, я не уверен, конечно, что я вернулся. Ну, каждый по-своему справляется. Я стараюсь, там, дежурю приваливаю. У нас на заводе сделали спилку, пытаюсь головывать в этой спилке. Ветеранская, ну, как-то, в общем, живу и здесь, и там.